Какой-то вопрос задавал. А, когда уходит эго? Хорошо, что записала. А что надо делать, чтобы вот эти эгоистические ощущения ушли, оставили? Ничего не надо делать. Ты ничего с этим не сможешь сделать. Разве я могу убрать чувства? Это только что было. Я пришла, мне очень все болело, а потом раз-два ушло. Я за себя говорю. Если у меня что-то болит, оно болит, я чувствую. Если птица поет, то я не могу ее заглушить, я слышу ее. Если Нелли села перед компьютером, ее камера мне передает мой экран. Я ее вижу, что мне ее сказать, что Нелли, выключи себя. Я не хочу тебя видеть. Как мне убрать ее? Вот так могу. А ты начинаешь говорить, мне придется глаза открывать, о, кто здесь говорит? Если я буду брать клубнику в рот и пробовать ее на вкус, кушать ее, если я уберу чувство, чтобы я чувствовал вкус, что я буду есть? Ну, смысл покупать клубнику, я просто пойду земли накопаю, буду землю жевать. Зачем убирать то, что есть?